правда, меня нифига не радует, потому что я съехал с той своей намеченной трассы 32-80, сколько она там была. Ну, в общем, с той трассы, с которой я утром поехал. И сейчас я непонятно где опять. Еду на восток. И я боюсь, что эта дорога может привести на хайвей. Тоже, конечно, небольшая проблема. Как привезет, так и уведет.